Над постановкой работали около 4 лет. И вот уже скоро премьера. В основу композиции лег роман Виктора Гюго «Отверженные». Это первая музыкальная драма, скажем, которую мы поставили. Получилось так, что это драма авторская, больше 40 композиций. То есть я сам написал, скажем, к этому спектаклю. И что получилось, я думаю, зрители оценят. В спектакле задействован старший состав артистов. Актеры признаются, что работать с Михаилом Кулалаевым – одно удовольствие. Это достаточно необычное решение для 21 века – вести в спектакле элементы символизма, что характерно для начала 20 века. Здесь будут представлены и раскаяние, и какие-то греховные, грехопадения, и многое-много другое, что, несомненно, поможет зрителю обрести себя, обрести свой путь. У нас есть единый организм 6 человек, который постоянно на сцене находится, и мы то каторжники, то подсвечники, то деревья, да, что угодно. Вот. Очень образный спектакль, очень необычный. Прекрасный настрой всегда. Если честно, у меня ничего радостного в жизни-то кроме театра и нет. Мы уже год не играли, считайте, 7 марта будет ровно год, как мы последний раз на сцене были. И поэтому вот премьеру особенно этого спектакля ждем. Долгожданная премьера музыкальной драмы состоится уже 10 апреля. Евгений Алексеев и Василий Лысков. Время новостей.